Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара, и вы на канале Тамара Савицкая Вязание. Дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать вам, какие у меня продвижения за иссякшую неделю. Итак, вот из такой вот пряжи Нака Махир Дели Кейт, вот это вот моточек пряжи второй, я вяжу вот такой короткий кардиган полупатентной резинкой. И хочу сказать об расходе пряжи. Расход такой экономичный. Довольно экономичный расход пряжи. Вот это второй моток, он, видите, скажем, почти целый. Вот у меня с одного моточка связалась вот до сих пор. Вот у меня это 30 сантиметров до проймы. Вот я здесь подвигаю дальше, вот пройма. И здесь у меня уже связано. Так, и здесь у меня уже связано вот 20 сантиметров. И я еще не делала никаких расчетов. Но вероятнее еще сантиметра 4-5 я провяжу. И потом буду уже делать горловину и делать небольшие скосы в плечах. Вот такой у меня вяжется кардиган полупатентной резинкой. И вот такие у меня продвижения. Правда, с прошлой недели я не догадалась здесь где-то поставить маркер, чтобы было видно, сколько я продвинулась. Но, тем не менее, я хочу сказать, что я вывязывала вот здесь вот около третьей петли. Вот провязала вот это и вот это вот спинку, вот сколько я провязала. Вот это у меня мой кардиган, я вяжу на размер 48-50, такой бледно-бледно-сиреневый цвет, вот полупатентной резинкой и с цельно вязаной планочкой, планочку вяжу полой резинкой, вот, и вот вертикальные петли, вот видно вертикальные петли. Будет у меня ориентировочно на 4 петельки, я буду делать свой кардиган. И вот смотрите, вот у меня отверстие, вот это у меня петли, и вот это вот у меня изнаночная сторона, это вот лицевая сторона. Такой вот будет кардиган с длинным рукавом. Вот такой, вот такая у меня работа. И теперь хочу показать более яркую работу из вот такой вот пряжи. Я начала вязать носочки. Вот такая. Это слонимская пряжа, полушерсть. А это остатки пряжи Alize Lana Gold Fine. Это у меня остатки остались от белого ажурного кардигана, который я вязала в конце августа. Вот. Из такой вот пряжи я методом Хеликс я связала вот такой носочек. Вот такой носочек я связала. И на этот носочек, на второй носочек я буду делать мастер-класс, как его вязать. И хочу сказать, что я впервые при вязании носков использовала здесь фабричный метод набора петель. Его еще иногда называют итальянским. Словом, мне очень нравится такой вот утолщенный край и в этих носочках. И метод Хеликс тоже мне очень понравился. Я впервые вяжу методом Хеликс. И вот я здесь связала мою любимую пятку бумеранг. Бумеранг. Вот. И вот такие носочки. Вот такие носочки у меня связались. Носочками я этими очень довольна, конечно же. Это носочки на 36 размер. Такие яркие, веселые носочки. И когда я вязала пятку, я хотела сделать сначала пятку подкова, чтобы мне не проходить и не вязать вот здесь. Я вяжу, когда я вяжу пятку бумеранг, я должна здесь сделать один установочный ряд и один еще ряд провязать, прежде чем начать вот эту вторую часть пятки, я вот провязываю. И вот здесь у меня увлеклась и провязала
два ряда подряд красным цветом, и, конечно, это можно заметить. Поэтому второй носок у меня будет точно такой, чтобы они не отличались. Ну, вот видно, вот здесь, да? И, значит, ну, во всяком случае, мне эти носочки очень нравятся. Да, ленточный способ на две петли закрытия. Закрытие петель, и вот тоже здесь видно, вот здесь переход от вот этого метода хеликс, и уже пошел красный цвет дальше. Здесь у меня вот на этой стороне не видно никакого перехода, а вот на этой стороне, вот если так присмотреться, вот здесь виден начало вот этой спирали, вот эта спираль, она начинается вот здесь, если присмотреться, видно. Но в целом носочки очень такие, ну, яркие, красивые, мне понравились. И вот этот хеликс тоже мне очень нравится. И я подумала, что я свяжу еще несколько носков таким методом хеликс. И буду делать следующий вариант. Я сделаю пятку подкову. И, может быть, французскую пятку. Ну, ведь, наверное, многие знают, что на Ютубе и вообще в Гугле можно найти и в Пинтересте несколько разных вариантов вязания пятки. И поэтому я с этим методом хеликс, я еще сделаю несколько разных вариантов пятки. Вот у меня такие планы. Но в целом, конечно, мне очень нравится. И я повторюсь еще, что я как-то раньше, когда вязала носки, ну, в общем, не хотелось мне заморачиваться с фабричным этим краем. Ну, набором петель, фабричным методом, с таким вот утолщенным краем. А тут я набрала и очень довольна. На ноге сидит просто так, ну, очень хорошо. Словом, я этим носочком очень довольна. Носочек я немножко слегка прогладила, но он еще у меня не постиран. Я надеюсь, что вот эти петли, они станут еще лучше смотреться после стирки, после ВТО. И все будет совершенно замечательно. Итак, я хочу сказать, что у меня, собственно, две вот этих работы у меня за эту неделю. Вот такие продвижения, то есть один носок, и немного продвинула я свой кардиган. Ну, надеюсь, за следующую неделю у меня будут тоже продвижения. Итак, мои дорогие друзья, небольшое видеосообщение на этом закончено. Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы смотрите мои видео, ставите лайки, пишите комментарии. И хочу сказать, друзья, мне приятна обратная связь, что когда я читаю ваши комментарии, я всегда отвечаю на них. И хочу еще добавить, что если кто-то вяжет мою французскую кофточку по моему мастер-классу по петельному в 6 частях, то не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, я вам обязательно отвечу. И конкретно сегодня был один вопрос от одной зрительницы-подписчицы, и я отвечала на ее вопрос. Так что не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Итак, на этом, друзья, все. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока.